Бабочку возьмем или джетски? Вот, тебя кино снимают. Рассказывай. Наконец-таки. Приехали, Оль, хлопай, хлопай. Да. Мы мокрые, уставшие. Уже. На отдых приехали. Ну ничего, зато сейчас охладимся. Отдохнем часов 8-10. Да. И в прохладную погоду поедем обратно. Прохладное время суток. Смотри, там все вот на этих велосипедиках катаются. Сейчас что-нибудь возьму. И лодочку можно, или джетски. Мы с Олей наконец-то добрались. Да, Оль? Да. Наконец-то добрались до Келарго. Мы сейчас находимся в Мэриот. Вот очень занято чем-то. Находимся в Мэриот. Мэриот Келарго. Здесь шикарный вид. Вот, как говорится, да, перекусили мы. Ну не, мы это уже сказали, мы супчиком перекусили. Оля, вон пустая тарелочка, я вижу. Мне тоже, я тут камеру налаживал, очки понадобились. Сейчас будем есть салатик с морскими всякими водами. А потом пойдем возьмем джетски и будем отдыхать. Короче, сейчас возьмем бургер с пивом. И может быть джетски. Итак, твой план не тот. Сейчас салатик с рыбкой. Потом джетски. Два. Разбежал. Потом приляжем, искупаемся. Вечером, когда уже не будет такой жарищи безумной, поедем домой. Будет прохладнее, хорошо. Нам надо почаще сюда приезжать. Здесь такая красотища. О, нас, к сожалению, тут камеры с собой не могли взять. Катались на джет-ски. Сейчас погода еще лучше. Солнышко ушло. И это такой, как будто мы в теньке, да? Да вообще, а вот, смотри, а вот матерь отдыхает. Американский безработный. На память. От тебя сейчас тоже сниму. Что ты за меня цепляешься? Не, мой, сними себя тоже. Не, не надо. Давай, давай, чтобы потом кино было на память. Она работает? Да. Ну что, скажи пару слов. Шикарно, как... отдыхаем. Да? Гамаки. Сейчас пойдем на ужин, будем смотреть закат. На, Черчилль, блин. Черчилль. А? Черчилль. Черчилль, говорю. Не Черчилль, а Черчилль. Черчилль.
Пойдем чего-нибудь съедим на ужин. Да, тут еще такой ресторан с такой террасой. Прямо на океан. Сейчас все блатные места займут на закат. Миш, надо бежать, бегом. Больше мы уже опаздываем на 15 минут. Все, бежим. Покажем вам там, когда будем. Вот мы пришли. Оля так все хотела, чтобы на улице здесь сидели. Здесь очень красивый здесь вид. Здесь будет закат сейчас. Да. Очень красивый закат. В прошлый раз был просто потрясающий. Да, мы здесь уже второй раз. Там вот еще лучше. Там не обслуживаем. I'll get Key West beer. Ну что у тебя там? У меня полжизненская рыба. Вообще, с апельсинчиками. С какими-то там соусами. А у тебя совершенно офигительная паста. Паста со шримпами. Надо и хлеб. Записать, запомнить в следующий раз. Диетическая. Не диетическая, но обалденно вкусная. Да, ты под любимую вместо классической. Вот это я понимаю. Вот это жизнь. Okay.